3400 новых деревьев высадят в Петропавловске в этом году. На улицах областного центра появятся рябины, березы, сосны, пирамидальные тополя, сирень и другие деревья. В прошлом году город украсили 2600 саженцев, но не везде они прижились. Почему, расскажет Игорь Мукашева. Березы и клены вместо старых тополей. В конце апреля Петропавловск вновь начнут озеленять. По улице Нурсултана Назарбаева в прошлом году вырубили старые тополя. Открылся вид на многоэтажки. Здесь высадили сосны и живую изгородь. Сейчас эта улица одна из самых красивых в городе. Я здесь похожу постоянно, в день несколько раз. Ну, как, конечно, мне нравится, красиво, но мне очень жалко старые деревья. От них была такая тень хорошая. Вы знаете, вначале мы, конечно, были возмущены, были против, но сейчас, глядя вот на эту красоту, довольны. Но прижились зеленые красавицы не везде. По улице Кизатова саженцы стоят в слое пыли. Маленькие сосны высадили близко к дороге. Сейчас они далеко не украшение города. И такая картина не только в этом микрорайоне. Зимой и летом одним цветом. Загадка не про эти сосны. На участке по улице Уалиханова хвойные желтые, местами даже серые, но далеко не зеленые. Кстати, в прошлом году 15% высаженных деревьев не прижилось. Почти все погибшие саженцы хвойные. Некоторые деревья потеряли не только цвет, но и иголки, а где-то даже ветви. Сейчас голые стволы хвойных, кроме жалости, иных чувств не вызывают. Работники коммунхоза дважды в неделю их поливают, еженедельно вносят удобрения. Но почему же тогда саженцы гибнут? По словам работников ЖКХ, 85% прошлогодних деревьев прижились. Такие потери допустимы, говорят специалисты. На их месте высадят новые. В этом году будет посажено 3400 деревьев и более 6000 погонных метров живой изгороди. Если сравнивать с прошлым годом, в прошлом году у нас было посажено 2600 деревьев. Посадочный материал берется с лесопитомников ТО «Ерагро» и «Кондратовский», также с дачных массивов вблизи города и поселка Тепличное. Высадят рябину, сирень, сосну, березу и клен, а еще пирамидальный тополь. От него нет пуха. Также появится свыше 6000 метров живой изгороди. Город украсит белый дерен, ирга и дичка. Айгерим Мукашева, Рустам Тлеужанов, Адиль Нуржанов. Новости МТРК.